Всем привет! В Калифорнии пылает крупный природный пожар. Но как всегда, давайте обо всем по порядку. А перед тем, как начать, поддержите нас подпиской на канал, чтобы не пропустить другие ролики, которые выходят каждый день. В Калифорнии, США, в районе озера Хьюз, начался масштабный пожар кустарников. Об этом сообщает NBC Лос-Анджелес. Пожар начался на территории национального заповедника Анджелес в штате Калифорния. Он быстро распространился на площади около 4000 гектаров. Организована эвакуация жителей по меньшей мере из 100 домов. Причиной стремительного распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер. Напомним, в Калифорнии в конце июля прошли крупные пожары, из зоны бедствия были эвакуированы почти 8000 людей. А на этом все. Пишите свои мысли в комментарии, поддержите нас подпиской, поставьте этому ролику лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Берегите себя. Пока!